Привет, мои дорогие зрители, с вами Элла Австралия. И сегодня я опять с новостями на букву, вот на такую. Не подумайте, что хорошую. Вы, наверное, ждете от меня веселья, говорят, Элла, нам уже самим Астахе и Астапе. Этот пердемонокль, и ты еще туда же, мы хотим веселья. Ребята, слушайте, что было сегодня. Я пошла к зубному врачу. Хорошо я лежала. Хорошо лежала. Потому что в 11 часов утра у нас каждый день проходят новости, где премьер нашего штата объясняет, сколько у нас новых больных колобком с присосками и что к нам новое грядет, куда мы можем ходить, куда не можем ходить. И вот, я лежу с открытым ртом, на потолке телевизор, начинаются новости. Дентист тоже в это время смотрит на потолок. Ее ассистент тоже смотрит на потолок. И у меня во рту, значит, я ничего хрюкнуть не могу, потому что там в одной что-то сверлят, а тут еще вот это, знаете, как она называется, я не знаю, трубочка. Вот сюда еще вставляется. Отсоска, наверное, так слюни отсасывают. Не знаю, ребят. И мы все втроем. И такие. Сегодня наш штат побил все рекорды. 239 случаев. Но это ладно. А в горячие зоны вошли еще другие районы. И я, знаете, такая с замиранием сердца лежу. И они тоже, и так все на потолок смотрим. И наш район не назвали. Я говорю, ну, пронесло. И тут понеслось по кочкам. Ребята, новости. К нам идет армия в поддержку уже. Вот так. То, что полиция не справляется, с завтрашнего дня у нас будет контролировать еще и армия. Ядрёно, корень, да что же делать, да как же мне вас, нервы у меня на пределе. Так мало того, ребята, вы знаете, что получается? Я даже сама не могла разобраться, потому что сказали, у нас было расстояние, куда мы можем передвигаться, 10 километров, сказали, мы это обрубаем до 5. Это ладно. А новость вообще, которая меня вырубила, выходя из дома, вот ты только ставишь ногу за пределы квартиры, у тебя тут должно все быть закрыто, и ты должен, как ты вышел из дома, вот это вот себя вообще не снимать. Вообще. Там задавали вопросы, а как? Когда даже на открытом пространстве, где за километр нету народа. Вы можете себе такое представить? Я не могу. Вот это меня. И вы знаете, мы все втроем. Я лежу, смотрю. И тут мне так захотелось. Это был мой крик души. Душа кричит. А тут всякие инструменты у меня во рту. И поэтому я, знаете, я так как руками могла показывала, что вообще тут происходит. Ой, мамочки, ой, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Вот такие наши дела. Ого! И получается, я пошла разбираться, а как так? То, что 8 районов, это, я не знаю, там несколько миллионов людей живет, это получается
Мы все в красной зоне, а это совсем там красное, что пиши пропало, получается так. И наш район, где я живу, буквально тут через дорогу, там уже красный район. В итоге только вечером объяснили по телевизору, как это можно вообще понять, потому что когда вот это вот все говорили, понять реально невозможно, что они говорят. Это потом уже корреспонденты начинают разбираться. И, в общем, получается, вот район, да, в котором живу я, в полкилометрах, даже вот тут где-то, я даже, у нас так районы сейчас поделили, то, что я даже точно не знаю, на какой он улице кончается. Ты идешь в этом районе, в моем районе я могу из дома выходить в подъезде в маске, на улице могу без маски, только при встрече, если кто-то там тебе навстречу идет, надо одевать. Тут же выходишь на соседнюю улицу, там уже вот так. И штраф подняли, ребята, я вообще чуть не упала. С $200 до $500, если у тебя не будет этого. О как! Ядрёна корень. Это что такое? Что такое происходит? А в Австралии ядрёна корень происходит. О! И сказали, что это будет, как я вам говорила, что нам продлили на месяц, и дай Боже, чтобы еще через месяц открыли. И если тут начнут уже, ну а как начнут? Они сказали, что будут, если кто сидит, допустим, в карантине дома, будет и милиция, и военные ходить, проверять по домам. Никто куда-нибудь не смылся, ну не знаю, там подышать, допустим, свежим воздухом. Потому что, ребята, здесь такая хреномантия происходит. Сейчас я вам объясню. Сейчас. Ой, я аж разволновалась. Допустим, вот в нашем районе, в районе Кугара, в банке был колобок. И всем, кто нечаянно зашел в банк, им надо было идти в карантин. Всем. На 14 дней. И ты должен сидеть 14 дней, даже если у тебя каждый день будешь сдавать, показывают хорошие результаты, ты должен сидеть дома. Все равно. Ну вот, вот такие вот дела. И, естественно, народ 14, те, кто здоровы, народ пробирается. А тут хрясь тебе, и милиция еще и милиция, полиция еще и военные. Вот такие дела. А у меня что получается, ребят, сижу дома, так бы вязала носочки, вязать не умею. Учиться уже поздно. Вы знаете, я для вас сняла одно видео, ребята, у меня сейчас будет к вам загадка, чтобы, ну, не совсем на таком, как сказать, на совсем грустной нотке, потому что эта хреномантия, она гуляет везде. Хоть немножко вас развлечь, так скажу. Ко мне на балкон прилетел попугайчик, новенький. И угадайте, не забегайте вперед, посмотрите, возьмет он у меня виноградинку или не возьмет. Ребят, ну, а с вами была Элла Австралия с новостями. Я хочу, чтобы они были хорошие, очень хорошие у всех по всему свету, чтобы это дня закончилось, и мы начали жить, ну, нормальной жизнью. Ребят, все. Я вас всех обниму и целую. Всем желаю здоровья. И идите, посмотрите, какой ко мне прилетал пик.
Это, по-моему, какой-то... Здрасте, здрасте. Вот этого мне счастья не хватало. На. Это, по-моему, какой-то новенький. Вот это новенький, это не мой. Хочет. И хочется, и колется, и мама не велит. На, ням. Вкусно, не бойся. Это кто-то новенький. Пробуй. Боится. На, иди, иди, не бойся. Иди, не бойся, пики. Пик-пик. Иди, иди. Ням-ням-ням. Как ужаленный. На. Да ядрёный корень, что ж это такое? Вот видите, есть ручные, а этот не знает еще. Он видит, что что-то вкусненькое, а боится. Иди, не бойся, иди, дурачок, иди. Иди, иди, все, вот так. Вот так. Ой, как страшно. Ой, как страшно. Ой, как страшно. Пик. Пики-бык. А красивый. А боялка. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Иди, иди, на. Ну а ты-то что там орёшь тоже, как подорванный? Ну давай. Возьмёт, не возьмёт. Опа, попробовал. А, ух ты ж, зараза, выдернул. Так, ну а теперь лети. Всё, а теперь кыш. Кыш. Потому что сейчас начнут раскидывать. Вот сейчас уже еще парочку приучу. Только на балкон к Джули не кидай. Ой, как холодно у нас. У-у-у, ребята, ветер какой дует. Что-то ветер дует в спину. Не пора ли к магазину? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах ты ж, свинючников. Они же все раскидывают. Они же все разбрасывают. Ну, все. Познакомились. Теперь и этот будет прилетать. Один раз угостишь, они это потом никогда не забывают. Но этот все равно молодец. Смелый, не побоялся. Не побоялся, что я его схвачу и съем. Ой, а крикливые, зараза. Вот такой. Ой, хороший, ой, хороший. Ну все. Давайте, до свидания. Вот так. Вкусно-то как, вкуснятинка.